Мы тут проезжали рядом, решили остановиться, заснять немножечко на видео. А такое место нашли. Ой, снимал выше, чем надо. Там мост. Интересно пройтись туда. Мы тут никогда не были. Остановились, посмотрим на разведку. Ну вот тут и пиво кто-то пил. Тут, наверное, и рыбачит. Тут много этих лески порванные. Вон и зеленая леска. Тут дальше, видно, проходят. Кто-то там лазит. Интересное место. О! Кто-то закидывал удочку. Я не знаю, если видно здесь. Как бы приблизить. А где она? Ну, не видно. Короче, там поплывок он на дереве, я вижу. Поплывок и леска. Ага. Может поближе подойти. Короче, поплывок и леска кто-то закинул прям в ветку. Такое местечко нашли. Интересное. Сегодня у меня выходной. Приехали отдохнуть здесь, погулять. Может, металлоискателям поищем. А, окей. Вот, да, Марик. Вот Марик, вон Давидка. Давид, скажи хай бабушке. Давид, да скажи хай бабушке. Хай бабушке. Помахай рукой, Давид. Одной ручкой, Давидка. Ну как сдаешься? Таник. Вон Данечка. Так, а это я, если мне видно будет. Да, закрывай дверь, ага. Вот мы приехали, будем ходить здесь отдыхать. Интересная такая гусеница. Какая-то... Интересная, а? Какая гусеница, такая твердая. То есть я имею в виду тяжелая. Сбоку такая цветная. И с пером во лбу, как индеец вообще. Вот с пером во лбу, прикинь. Марик, она с пером во лбу. Перо — это перо, Марик. Что это такая за гусеница? С крыльями по бокам, вон. И вот перо прям во лбу. О! Ее перо во лбу трогаешь?
И она сопротивляется. О. Вон какая. Ладно, пустим ее, пусть гуляет.